Доброго всем времени суток, с вами Тексер, Black Legend, чумной город. Ну ладно, не чумной, каким-то туманом за это занесен. А, ну в общем, все у них тут хреново. Так, и тут у нас песики на Веселищной площади. А, ну пойдем гонять песиков. Хоп. Как мы его окружили, круто. Ну ладно. Так, как мы будем расставлять силы? На самом деле, мне такая расстановка не очень нравится. О, хорошее место. Так. Я думаю, вот так зажмем вот этого песика. И мы его уделаем сразу. Там еще 5 штук, охренеть. И при них все ходят первые. Ну что поделать? Успел дойти, даже сам, наверное, успеет, да? Да, блин. И болезнь насылают. Я не уверен, что у меня все хорошо будет. Но я, честно сказать, даже не знаю уже, как тут проходить. А вот идите отсюда, вы переградили друг другу. Слушайте, я хорошее место нашел. И чего, ты пусть оттуда можешь? Не может. Хорошо. Дикий гончая. Ну что, дикий гончая? А, вон там еще песика. Хрена себе, у вас тут сколько. Надеюсь, я не очень крепкий. Вот это свалка из песиков. Охренеть. Ну хорошо, сейчас будем отбиваться. Так, а это у меня кто? Это у меня Плут. Варюга. Так, прекрасно. А да теперь катализатором мы ее. Ну, конечно, немного дает. Даже не знаю. Что сделать? Но он кинуться нечем уже, хотя вот есть чем. Да, внизу он есть, да. Такое себе. Давайте, даю там укусом. А, все, да, конец хода. Не, так стой. Так, теперь стрелок. Мне зон действия паршиво. Да, что-то стрелок у нас неудачно стоит. Вообще ни в кого тут не может. Вот тут может. Давай, иди сюда. Оп. Молодцом. И давай, отоваривай. На что у меня еще ходы есть? Я могу бомбу кинуть. Ну, она... Она странная. Так, ты... Я, конечно, всего этого офигеваю. Что тут творится? Это что такое? Болезнь. Ага. Что каждый ход? Урон. Ладно. Я вот с него вообще удивлен. У него только первая помощь. Он чем вообще бьет-то, эта зараза? Так. Новый уровень. Прекрасно. Прекрасно. Он только камнями кидаться может. Я, видимо, зря ему оружие это дал. А, хорошо, так. Это мой? Это не мой. Это... Да, блин, кем я хожу-то? Предписали бы. У него вместо имени теперь болит. А, вот Роман. Вон. Так. Моральный мир. Четвертушку ставлю, рано ему еще лечиться. Так. Теперь я. Единичка тратит, давай. Вне зоны действия. Я офигею. Че так, по диагонали-то мы не атакуем. Так, во-первых, лови. И тебе красную до кучи. А тебе две красных. Да катализатором тебя теперь фигачим. О! И неплохо же. Но нет, я, наверное, очень много, я, наверное, не справлюсь. Их реально до хрена. Хорошо хоть эти буксуют. Не все сразу меня попадают. Да иди нафиг. Рана ломанулась. Я еще не всех добил. А, ну хоть на меня хоть ни одного и того же пинают. Ага, за задницу его пусть. Так, хорошо.
Так, кого мы порадуем черной меткой? Ну, у того уже много черных меток. Давайте радовать вот этого. Еще единичка есть, но она ничего не дает. Я с этой бомбы просто охреневаю. Я более бесполезной фигни не видел. Надо будет потом толкнуть. Роман. Че у нас может, кого может порадовать Роман? Катализатор. Два. Ну давай, может, катализатором эту заразу. Отлично. Можно флакончик выпить. Еще более отлично. Единичка осталась, но единичка это такое. Стой, чувак. Нет, сюда стой. К нам еще придут. Так, за нами приедут. Так, псина. Затрата один. Ну давай, в почки ее еще затратим. Че он кинжалами-то не дерется, а? Так. Вот так, лицом к песику. Я вынужден остаться на месте, хотя у меня еще очки есть. Мне нельзя перекрывать. Так, Роман опять хреначит. Позывайте там, позывайте. О, еще одна решила подойти, да? Давайте. Ох ты ж, вот это хреново. Смотрите, как они его фокусят. Сволочи. Ладно. Мы тоже фокусить умеем. Первая помощь. Кстати, неплохая штука. Ок, хреначе. Че, серьезно? А вот в этого никак, да? Давай сюда. Так. Ага. Так, так, опять с этими каменюками, блин. Вот что за хрень с этими камнями? Почему он мечом не может? Надо мечом как-то. Может поменять, не знаю. Так, что у тебя? Две. Одна. Ну я могу обкидать всяким, а кто будет результирующий-то наносить? Я, наверное, и буду. Да, я и буду. Сдохну. Прекрасно. Продолжаю стоять, как стоял. Так, а вот ты будешь сначала ходить. А этот не умеет первую помощь, между прочим. Тут еще упырь. И яду ей. Из фланга все это происходит. Ай, какая красота. Все, песик, ты приехал. Ты там стой наверху. Ага. В очередь саки надеть. Опять зараженный укус. Болезнь, да. Я так понимаю, вся фигня действует только на время боя. Сиен. Вот Сиен может лечить, но, блин, опять и не до того. Я вот этому песику навешал уже, нет? Нет, это свежий песик. Давай, свежий песик, получи. О, прекрасно. Смотрите, я своим накидываю. Ну что это такое? Вот вообще не серьезно. Стоять просто еще. Стоять и стоять. Так. Ну чего? Ну давай камнем вот этого.
А у него очков-то как-то не вагон, да? Вообще странный товарищ. Так, лови. Чё, стою. Жду. Так, ты. Тут два. Один, два. Один. Ну давай еще раз ее отоварим. И катализатор. Приехал. Приехал, песик. Так. По диагонали они, по-моему, не атакуют. Погодите, живой? Ах ты ж козлина, ну ладно. Райдл добил. Межуровень дали. Че, опять Роман? Ты ж... Само сдохло. От яда, видимо. Но он лечить не умеет, в общем, дело. Так. Давайте сначала ходить. Вот сюда. Блин, вот этот вот у меня будет не охвачен. Ну ладно. И давай ты полечишь Романа. Ну, хоть как-то. Это что такое? Кровотечение. Угу. Так, опять всего два осталось. Вообще красота. Ты куда пошел, Ирод? Ну ладно, камень ты отсюда можешь кидаться. Так, ну теперь мой. Лови. Неплохо. Хорошо приехала. Так, ты теперь. Нет, не ты. Да черт, все будут подранены. Но это получше вот этого дядьки, который камнями кидается. Надо ему что-то разобраться с его даром. Который не даром. Что-то он у меня с мечом не может. Это странно. Должен мочь. И последний песик пошел. Вот оно! Счастье-то! А это укровотечение прям. Так, Сиен. Она не может до него дотянуться, так что будем стрелять. Ах ты ж, вне зоны действия. Ну, тогда не будем стрелять. Тогда будем ходить сюда. Так, уже отсюда стрелять. Хорошо приложил. Молодец. Ну что, мужик с камнем? У него и кровотечение, у него и все подряд. Оттуда. Снимать гуморальные метки. Мне это надо, мне это не надо. Лови. Булаганом. Кто теперь? Теперь еще я. Да, тоже булаганом. И придется ход простоять, подождать. Пока оно подойдет. Так, ты не можешь, наверное, да? Не можешь. Просто стой. На кого нападешь? На того? А, это ошибка. Это была ошибка. Так. Давай ты займешься лечением. С собаком мы как-нибудь разберемся. Короче, лечение убрал. Молодец. А, молодец. Б.
Булаганом кидается. Все хорошо. Так, ну черного уже на эту заразу накидали столько. 1, 2, 3. Да, да, все. Все накидаем. Знаете, черную. Знаете, ядовитую. Вот так вот. А интересно, смотрите, сейчас ходят. Киноварь, жемчужина черная. Блин, я сейчас это Стикса начитался. Сейчас... Специфическая реакция на слова про черные жемчужины, про красные жемчужины, правильно. Особенно про белые жемчужины. Так, ну чё? Что у нас класс? Меткий стрелок. Чё? А до этого кем был? Очень странно. Я вообще-то теперь с топором. Допускается стальная рапира. Не надо мне тут. Бронзовая кантализация. Повышает выносливость. Ну ладно. Давай буду повышать выносливость. Катализация. Сок в кармане. А почему они не светятся сразу? Между только две. А у Булагана вот это вот. Активные, межрасовые, пассивные. Межклассовые. А, пассивки вот. Использование оружия. А мне такое не надо. Ладно, идем к Сиен. Так, чем мы тебя порадуем? Черный жемчужин у нее есть. Катализация. Нет, катализация. Активные основного нет. Активные межрасовые. А пассивка есть на меткого стрелка. Ну, у стрелка больше ничего нету. Так, у тебя. Страж-наемник. Ты наемник. Почему-то у него вот этот удар в живот не работает. Я не знаю почему. Знаете, жемчужину. Ну, может, теперь заработает. Может, он апнулся и теперь заработает. Нет? Погодите, погодите, последнего. Плута еще не поюзал. Ну, у тебя все хорошо, тебе больше давать нечего. Здоровье у нас всех немножко пошатало, но 25% с бутылочки идет, поэтому я сильно не буду сморачиваться. Да какой ты наемник? Ух ты, бабай. Плут. Я бы кого-то в дуэлянты, может, записал. Ага, себя, например. Я могу быть дуэлянтом? Это белую накладывает. Допустим. Не основная рука. Кто-то уже там, да? Угу, хорошо. Стальная рапира. Хочешь наемник, хочешь дуэлянт. Ну давайте, с рапирой это мелогичнее дуэлянтом быть, конечно. Хотя наемник, по-моему... Ну-ка, наемник... Что-то песок в кармане есть всегда, но я его сейчас не мог использовать по песикам-то. Ладно, давайте вот так будет. Посмотрим, как я тут в роли дуэлянта буду. Так, пошли ящики искать.
И что, песики без ящиков? Я хоть фигни с них насобирал, конечно. Но ключевое слово фигня. Привет, повешенный, как у вас вообще тут? Взаимодействовать нельзя, да? Ну ладно. Ну и не очень-то и хотелось. Так. Там какие-то хмыри бродят. Район простолюдинов. Четверо. Сдается мне, это похуже будет, чем мои враги с Ладбона. Ладно, тогда походим тут еще. Ну как, тут вон туда пойду. Тут колодец, а тут можно куда-то пройти, наверное. Или не можно. Так, куда я выхожу? Кладбон. Где мне люлей дали. Что вот тут такое? Куда я подошел? А, ну да, я неизвестно куда подошел. Что? Район порта, идет. В район порта я схожу. Ну, на Морятской площади, в районе порта, надо забрать. М? Задание. Это что такое тут? Башка какая-то странная. С этой стороны открывается, здорово. Так, а, три мужика и песик. Но мне в любом случае в порт пошли песики. Так. Арбалетчик сзади. А знаете, я, пожалуй, вот этого товарища подставлю. У него атака в ответ. Вот это я не знаю, по кому попадет. Но он вроде как за своих стреляет иногда. Давай, подтягивайтесь. Культист плут. У меня ответный удар с него светит. Хорошо. Так, то есть сначала похожу. А потом начну пинать. Трави его. Все, все. Сюда стой. Ну давай посмотрим, кого я могу отоварить. Вот этого могу. Хреначе. Метку повесил. Традиционно. Традиционно по своим. Здорово. О, песик-то нарвался. Так, с пистолетом. Это противный товарищ. То есть, как дуэлянт, я могу... Смотрите, у него нет навыков вот этих вот. Наемник каких-то еще навыков у него нет. 2-2, 4, а у него нет столько. Катализатор тоже 2. Ну, давай печку закатализируем, да. Ну, хотя бы мечом ткнул. А вообще он обычно катализирующий удар-то мечом и тыкал. Так что нормально. Камнем. Отбиваться назад будешь? Наверное, не будешь. Так, ну я вот типа дуэлянт. Угу. Так, на тебя ножик подарю. Чтобы потом проще с тобой было разбираться. На тебя потыкаю. А что, катализатор, не катализатор? А, мне не хватит. Сколько же ты стоишь-то? 2. А ты? Тоже 2. Понятно. Ну что, стою, жду своей участи. Бьет больно. Так. А, кого порадуем? Я думаю, песика порадую. Не могу, да? А я перейду. Вот так, чтобы освободить.
Ну что, стрелок с пистолета? А, ты занял место песика. Молодцом. Крутист, дуэлянт, молодец. А, два, и тут два. Ну, блин, фигня получается. Стилизатором. Ну, на большую часть здоровья, конечно, его товарю. Наполовинку хп-то я его долбанул, конечно. Новый уровень. Конечно, спасибо, но толк без того нового уровня. Так, ладно. Дуэлянствуем. Почти на все здоровье, но ключевое слово почти. Ладно, давай. А смотрите, даже меньше, чем показывалось. Вот так вот. Ты куда пошел? А, камнем по голове, ну это ладно. Так. На тебя так. На тебя так. Я думаю, ну, он уже покойник, мне кажется. Блин, у меня уровни падают, офигеть. Я бы прокачивался. Может прокачиваться? Я думаю, нельзя. Да. Так, давай сюда. Так, мне там плохие стремительно. Ты куда пошел? Пистолетчик чертов. То есть выстрели еще. Так. Кидай. В смысле, стреляй. Сложился. Молодцом. Так. Ну, стой тут пока. Кто? Я. А я ходить сюда. Даже, возможно, дальше. Вот сюда. Вот тут лучше, да. Приятнее. О, да ну так. Стоп, 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 какой конец? Стой, 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 стой. Камнем башка. А вот теперь стой. На камень отвечать будешь? Не будет. Ты что, решил с арбалетчиком подраться? Вот и перец. Что там у него? Одна черная. Ну, я же это... Я же алхимией не увлекаюсь, а просто в бубен и все. Так, отходим. Черных у него уже до хрена, да? Катализатором у тебя. Правильно, сложись, собака. Шевелится. Женевер какой-то. Киноварь. Что Женевер? Сейчас посмотрим. А с этого ничего, да? Ай, как здорово. Ай, как удобно. Так, ну что, мне бутылек. Два. С бутыльками что совсем беда. Бутыльков мало осталось. Ну, что у нас тут? Витриоль. Женевер. Снимайте временное отрицательное состояние. Ну, такое себе. Так, я тут с динамитом что-то вообще. На. Будешь нож кидать. Ты, кстати, еще не пробовал, тебя оставим. Ну, то есть, вот я могу, конечно, вот это взять. И то не могу. Что за шляпа? Так.
очень непонятно написано. То есть уровни апаются. Где уровни? Я не вижу уровня. А, вот прогресс способности. Вроде как. Видите, какая полоска под ней идет. Прогресс. Я приобрел эту способность. Офигенно. И чё? Хорошая способность, кстати, удар в живот наемника. Получено стальной рапира. Хорошо. А я могу теперь как-то? Нет? Наверное, не могу. А я бы взял. Где основной класс? Где на межклассовые? Вот оно. Вот оно. Наконец-то. И вот у этой, кстати, есть. Атана собака. Ну, стрелку все это не надо. А это ж не изучено. Легкого арбалета. Ага. Ага. Вот все, мы становимся круче. Так, вот у этого вроде как активный основной класс, но еще не прокачанный. Активные межклассовые. Ничего нету, да? То есть лично он ничего такого не изучил еще. Почему? От ножа получено. Нож, 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 нож. Кинжал с кольцом. Нет ножа у меня. Так, ты. Вот ебаный. Так, основного у тебя нет. Межклассовые. Во-первых, лечит. Все, теперь все могут лечить, и это прекрасно. То есть им надо всеми побегать, у них тогда будет дофига способностей. Сейчас мы этот вопрос изучим. Хотя межклассовых нет. Ну вот, как-то так. Ладно, живем. Так, спускаться туда мы не будем. Я хожу по порту. Тут, кстати, сундуки-то не попадаются. С этой стороны не открывается. Ну, а отлипнет от нее. Собственно, вон порт. Я эту улочку проверю вот оттуда еще. Обычно ни во что не вляпаться. Неприятное. Так, тут ничего. И вон еще песики, еще капюшончики. Ну, прекрасно, с таким-то количеством я справлюсь. А жалко, что нет больше подарков никаких. Ну что ж, господа, на этом пока все. Жмите, пишите. До новых встреч.